Добрый вечер еще раз. Еще раз представлюсь. Меня зовут Дима Злоказов, и я сегодня расскажу про наш медиа-стартап, интернет-телеканал Екатеринбург ТВ. Причем параллельно с моим рассказом его будут одновременно тестировать две аудитории. Одна находится здесь, а другая будет смотреть нашу презентацию. Хотя границы между ними очень условные, я об этом расскажу. В проект меня позвали люди из телевидения, и вместе мы сформулировали парадигму примерно так. Екатеринбургу не хватает института конструктивного диалога между различными социальными группами города. Необходима платформа, где можно обсуждать различные проблемы города, проблемы грязи на дорогах с привлечением чиновников из администрации, водителей, транспортников, возможно, ТСЖ. Проблемы эпидемии и здравоохранения с привлечением Минздрава, врачей, я не знаю, там, технологов-пищевиков, родителей заболевших детей. Проблема СИЗО в центре города. Ну, вы поняли, и таких проблем, их очень много. Поэтому мы создали медиа, где мы готовы предоставить трибуну любому жителю Екатеринбурга. Более того, к дискуссии мы приглашаем не только экспертов, но и людей, которые принимают реальные решения и которым можно задавать вопросы, на которых можно как-то влиять. То есть ЕТВ – это не информационное агентство, мы не гоняемся за инфоповодами, мы по ним собираем мнения и комментарии. Для этого нам нужен интернет. Мы используем свой сайт как инструмент обратной связи с аудиторией. И прямо сейчас наши зрители в кабеле, например, могут в Яндексе вбить ЕТВ, открыть первую ссылку. И вот там рядом со мной, слева от меня, есть кнопочки. То есть прямо сейчас можно сделать видеозвонок и задать мне вопросы по нашему проекту. Это отличает нас от наших конкурентов в телеке, такие инструменты, а использование видеоформатов позволяет нам выделяться на фоне множества интернет-медиа. Касательно содержания, у тех же форумов, например, есть проблема, что там очень редко возможен конструктивный диалог. Но это глобальная проблема, она касается и нас, и вот в этом заключается мой вопрос менторам. Сейчас, к сожалению, обсуждать с чиновниками различные методики там, очистки улиц – это скучно. Гораздо веселее пойти и где-нибудь на форуме анонимно там, требовать чьей-то крови. А мы на ЕТВ хотим это сознание менять. Мы хотим внушить людям мысль, что их город, их успех, их комфорт, их счастье находится в их руках. И вот как можно эту мысль доносить до людей наиболее эффективно и максимально быстро –